Родители тем временем готовятся к 1 сентября и собирают детей в школу. В магазинах канцтоваров, школьной одежды и обуви ажиотаж. В какую сумму обойдется полный комплект вещей для ребенка, начиная от ластика и заканчивая спортивными кроссовками, подсчитала Елена Шарыгина. В руках у отца будущей первоклассницы Маши Владимира Рычкова длинный список. Девочка в этом году пойдет в школу. Первый в списке – обувной отдел. Старшая дочь Владимира уже ходит в школу, поэтому он уже знает, что нужно покупать. Эта пара сандалий обошлась мужчине в 400 рублей. Так, ну чего, давай тогда посмотрим сейчас блузки. Как раз одежда у нас. Одежду для занятий нужно покупать как минимум в 2 экземплярах, а лучше в 3, убежден Владимир. В школе, где будет учиться Маша, введена форма, поэтому белые блузки обязательно должны быть в гардеробе ребенка. А сколько у вас блузка стоит? 850. Ну, в принципе, так мы и предполагали. Итого, за 2 блузки мужчина отдает 1700 рублей. К сорочке нужны юбки и сарафаны. Это еще 2000. Следующий пункт в списке – канцтовары. На все, начиная от ластика и заканчивая защитным фартуком для рисования, в среднем родители тратят 2000 рублей. Ну, конечно, не весь комплект мы собрали. Ну, хотя бы, ну, 80% уже есть у нас. Давайте. Сумма покупки составила 6000 с небольшим. А в корзине школьная обувь, сарафан, 2 юбки, несколько блузок и полный комплект канцтоваров. Некоторые вещи Владимир Рычков уже купил заранее. Мы купили только лишь половину товара на ребенка. У нас осталось еще спортивный костюм, кроссовки. Ну, это мелочь, да. 3 папки нам осталось, которые мы здесь не нашли. Колготки, то есть нижние, да. Рабочие тетради для уроков родители покупают по просьбе классного руководителя. На это уйдет примерно 2000 рублей. Кстати, самый главный атрибут первоклассника – портфель. Для Маши родители уже купили за 3500 рублей. Мы не стали носиться за мелкими ценами по портфелю, поскольку лучше купить немножечко подороже, для того, чтобы уже вся начальная школа у нее обошлась без проблем, без трав, особенно на позвоночник. В целом на покупку вещей в школу семья Рычковых потратила около 22 тысяч рублей. К слову, сюда не включены текущие расходы на канцтовары в течение учебного года. А это еще примерно 10 тысяч. Я считаю, что это неадекватно. Неадекватная сумма, большая сумма, поскольку у нас по Кировской области средняя зарплата варьируется где-то до 22 тысяч. У нас примерно в 1,5 раза нужно снижать вообще вот эту цену на все товары. В Кировстате посчитали, в сравнении с прошлым годом цены на школьные товары выросли незначительно. Примерно на 1000 рублей. Собрать ребенка в школу дорого, признаются родители. А поэтому многие начинают подготовку к 1 сентября задолго до начала нового учебного года. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.